Ребята, всем огромный привет! С вами Серега, и сегодня я выехал со своей женой Оксаной показать вам наши байдарки, на которых мы будем в этом году рыбачить. Я вам обещал, что будет сюрприз, и вот он, сюрприз на моих плечах. Как вы видите, одна байдарка здесь, вторая байдарка здесь. Здесь у нас также весла, два комплекта байдарочных и страховочные жилеты. Все сейчас вам постараюсь показать вкратце, попробуем проплавать, как оно вообще плавается. И это у меня, знаете, рыболовная байдарка будет, потому что, ну, лодка рыболовная, это здорово, но я хотел что-то такое компактное, чтобы можно было по-быстрому, знаете, везде пробраться. То есть сейчас постараюсь вам все это показать. Байдарки у меня Time Trial Варвар, длиной 3,40. То есть сейчас, так, покажу вам, вот, то есть байдарка у меня и сиденье, вот такой мешок. Видите, такой рюкзак, его можно держать как вот так вот, ручка есть для переноски, хоп, как сумка, так можно одевать на плечи. Ну, честно скажу, ну как, не очень легкая, понятно, что, то есть так оно сделано. Давайте сейчас это все дело вот тут постараемся открыть и показать вам. Расстегиваем. Все, видите, как плотно тут сидит, можно компактно запечатать и положить в машину. Я, допустим, без проблем у себя в багажнике автомобиля вот эту всю кучу засунул и перевез. Две байдарки, весла, насос, жилеты. Открываем. Открываем. И это моя байдарка. Я сразу взял, ребята, два сиденья. Одно надувное, одно обычное. Я не знал, на каком из сидений будет удобнее сидеть, поэтому решил, чтобы зря 100 раз не заказывать, взять и то, и то. То есть посмотрим, на какой нам будет удобнее. Вот одно сиденье надувное, такое байдарочное, пока в сторону. И вот второе обыкновенное такое сиденье, как бы там внутри что-то мягкое, со спинкой. И там, кстати, спинка есть, это очень здорово. Также в комплекте идет вот сидуха, ремкомплект. Обязательно везде есть ремкомплект. Такие вот мешочки. Сейчас все сложим, соберем прутья сиденья. И вот сама байдарка. Так, раскладываем это дело. Вот так это выглядит все. Вот сама байдарочка. Оба-на. Оба-на. Вот такая вот красоточка. Есть. Когда я заказывал эти байдарки, я сразу ребятам сказал, с какой стороны я хочу крепление для весла, где я хочу крепление для уточек, что мне надо из дополнительных аксессуаров. Все это я как бы, ну вот сразу же во время заказа оговорил. И мне сделали так, как я это хочу. Вот сейчас мы с вами байдарочку давайте накачаем и посмотрим, как она в накачанном виде выглядит. Потому что сейчас, я думаю, вам ну, совершенно ничего не понятно, просто кусок, так сказать, ПВХ лежит. Вот сейчас при помощи ножного насоса накачаем с вами. Ребята, вот сейчас на улице уже лето, жарко, но я, можно сказать, за 2 минуты накачал ножным насосом байдарку. Сейчас накачаю пол и все. То есть, да, я чуть-чуть запыхался, конечно же, но я представляю, сколько бы у меня времени ушло на то, чтобы накачать лодку резиновую. Намного больше. Качаем пол. Так. Накачал байдарку, накачал пол. Моя байдарка будет в зеленом свете, так как я хочу позиционировать, естественно, с вами для рыбалки, на спиннинг, на другие снасти, которых вам позже расскажу. И она очень легкая, видите? Очень легкая. То есть это одноместная байдарка, которую очень легко поднять самому. Вот, на двойной пол в виде такого как бы кельсона, вот внизу. То есть, ну, байдарка реально. Вес, ребят, ну я не знаю, ее самому перенести вообще не составляет никакого труда. Видите, взял и погнал, даже две можно, взял и погнал. Будь это какая-то переправа, либо камыш, за течением, против течения, в любой момент вы можете очень быстро, ну, пробраться. Так, одна есть, вот она красотка, и сейчас накачаем вторую. У жены байдарка такая точно, как у меня, и размерами, и форма, и комплектация, все один к одному. Только ей мы, ребята, выбрали синий цвет. Вот, мне как зеленый, можно так сказать, фиш-байдарка, да, для рыбалки незаметно. Ну, а ей, вот как девушке, что-то захотелось поярче, и поэтому мы взяли синим цветом, дабы не повторяться, правильно, чтобы было какое-то у нас разнообразие. Вот, синяя байдарочка, мешочек в сторону пока. Берем. Опа. На каждой байдарке есть
серийный номер, ребята. Написано название Варвар 340 и номер изделия. Он точно такой же, как и в вашем паспорте. Вот так выглядит паспорт. Ребят, открывать файл не буду, но там несколько листов со всеми характеристиками, печать идет, и все так бы видно, что заводской номер, дата изготовления, дата продажи. Вот наши две байдарки, они пока без весел, без сидений, но тем не менее хочу сказать, что, ребят, ну очень жесткие, как баскетбольный мяч, я не знаю, та и та, но тем не менее они очень не тяжелые. Ну, вот такой вот вес у них, то есть можно свободно одному человеку две байдарки перенести из точки в точку. Что касается весел. Весла, ребята, есть абсолютно разные. Я брал, ну, чуть лучше стандартных. Вот. То есть весла вот так с двух частей вставляются друг в друга без всяких проблем. Оп. И вы их можете либо использовать как вот под прямым углом они, что здесь, либо под 45 градусов. Также для людей, которые часто плавают на байдарке, им нравится свой какой-то угол, вот, можно заказать, как угодно вам сделают этот угол весел. Также и высота. Я спросил, какая нужна высота, мне посоветовали, порекомендовали, поэтому вот весла у меня, если я не ошибаюсь, по-моему, 2,20 длиной. Одно весло желтое под эту байдарку, и второе весло синее под синюю байдарку. Ну что же, наконец-то я собрал наши байдарки. Вот, ребята, одна отличительная черта у них, то, что у меня здесь ручка для переноски резиновая, а на синей байдарке она вот с такой ткани плотно сделана. Все остальное полностью идентично. Поставил я сиденье, закрепил их сбоку, спинку. Вот, так оно крепится. И, конечно же, у нас есть два жилета. Два жилета есть. Хоть мы плавать умеем, но на воде бывает всякое, знаете, поэтому жилет просто обязательно с собой иметь. Одевается он, значит, показываю вам, вот так вот через ноги сначала. Раз, два, через ноги. И затем одевать его на плечи. Все это везде, опять-таки, регулируется по высоте, так как вам надо, поудобнее, подлиннее. Обязательно через ноги. Зачем? Мало ли, вдруг вас врежется какой-то катер моторный. Либо, ну, разное бывает, да, где вы будете плавать на байдарке. Поэтому, чтобы вы с него не выпали вниз, жилет одевается через ноги и застегивается здесь на груди. Вот таким планом. И фиксируется раз, фиксируется два. Эти жилеты я тоже заказал на сайте Time Trial, где взял эти байдарки. Да, это класс! Ну что сказать, чувствую себя в этом каяке, как в каком-то тазике, знаешь, все настолько плотно. Просто класс. Единственное, что для этих высоких сидушек можно было весла чуть длиннее. Ну и, ребята, если высокое сиденье, конечно, вы выше сидите, вот так вот болтаетесь. Поначалу немножко страшно. Ребят, жилет рабочий. Вы видели, мой вес он удержал, я всплыл, не потонул. Назад забрался на байдарку. Вот. Зай, ну это не значит, если я выпал, что тебе надо бояться. Нет, ты поплывешь, но ну потихоньку. Кивай, нет. Ты поплывешь, но потихоньку. Вот, все отлично, как бы, ну, никаких претензий нет. Фух, ну что же, вылез я немножко посушиться. Конечно, падение было такое, ребята, неожиданное для меня. Хотел проверить раскачку, насколько можно раскачаться. Но, как вы видели, буквально раз, два, три, я сразу перевернулся. Потому что
Байдарка короткая, не широкая, быстроходная, это не лодка. Сиденье высокое, вот. Можно поставить седуху ниже, обычную, и дно немножко приспустить. Тогда, получается, оно будет прогинаться, и вы будете более устойчиво плавать. Вот, конечно, после моего падения жена теперь слегка боится вот, плавать. Но сейчас я поменяю сиденье и приспущу дно. Надеюсь, мы все осилим. Ну что, мужики, как вы видите, удалось мне после нескольких тренировок вот так вот усадить ее на байдарку. Причем... Тренировок. Каких тренировок? Причем, знаете, в чем прикол? Я-то думал, сейчас я как навалю на ней побыстрее. Скорость набрал, такой пру-пру. В общем, я и второй раз перевернулся. Что тут, нечего скрывать, да? Байдарка требует опытности и осторожности. Просто как на лодке вы сразу не поплывете. Будьте готовы к тому, что будет как со мной. Если потихоньку, аккуратно учиться плавными такими вот, так сказать, перегребами, то видите, как получается. Самое оно. Можно отлично плавать, если потихоньку, осторожно. И, ну, приучаться так вот, всей семьей выезжать. Просто здорово. Гребсти очень легко, она набирает ход довольно-таки быстро. Пару раз гребанула, уже пошла. Сиденье мягкое, удобное. Посадка высокая. Может, это слегка, как бы, ну, сказать, необычно, что посадка высокая. Вот, сильно переворачиваюсь. Ну, немножко я спустил полы жене. И когда приспустил полы, получается, глубже она села в байдарочку. И ей стало проще гребсти. Вот, себе полы не спускал. Поэтому так потихоньку можно, вот, видите, круто поплавать. Ну что, ребята, вот такие фишкайки у нас появились. Как видели, мы уже научились на них плавать. Я, если честно, даже поймал уже парочку окушков, не удержался. Научился правильно гребсти, надо гребсти аж вдоль там, корпуса, прям аж вообще. Ну, короче, все приходит со временем, правильно? Я полностью доволен, мне очень нравится эта байдарка, фишкаяк, фишбайдарка, кто как называет. Но все-таки, по-моему, как бы сказал, это больше байдарка, вот, рыболовная. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь и напишите свое мнение, как вам рыбалка на такой штуке. Да, ребятки, красота, конечно, неописуемая. Вы посмотрите, как тут красиво. С берега такое ни в коем случае не увидишь. Только вот с лодки это все можно разглядеть, как вот оно, эти деревья. Все вот это вот. Просто класс.